Переведено и озвучено Никмос. Семь лет назад я создал нечто опустошающее. Кстати, что-то не так, этого не должно было случиться, что черт возьми! Мы Iron Blood. 2026 году Iron Blood захватил мир. Так что мы попытаемся вернуть его обратно. Это Игорь. Привет, мой друг, где ты был? Мы ждали тебя. Водка сама себя не выпьет. А это Марчелло. Мама мия! Мы построили машину времени, мы создали оружие. И теперь настало время все, что было нашим, вернуть обратно. Давайте поймаем этого сукина сына. Iron Blood Destroyer. Эпизод второй. Хорошо. Результаты получены из этих более чем 21 тысяч комментариев. Почти 99% из вас выбрали блять крушитель для Игоря и тесто-перчатку бесконечности для Марчелло. Я не думаю, что кто-то из нас удивлен. На мой взгляд, эти оружия — правильный выбор для этого путешествия. И теперь, после этого решения, нам не следует больше терять ни секунды. Пришло время вернуться в прошлое. Погнали, парни. Ладно, мы загрузили машину времени, оружием, прямо здесь и здесь, устанавливаем часы на желаемое время, 28 октября. Чтобы точно отправиться во времени, мы добавили дополнительные элементы управления для водителя, которым будет сегодня Марчелло. И поэтому я думаю, все готово. Так что давайте начнем. Хорошо, пока что все хорошо. Все в порядке, всем удобно? Нет, блять. Нет! Мама мия, почему мы не могли сделать машину времени побольше? Что это такое? Мои ноги скручены, как спагетти. Все, ладно, хватит вести себя как целки, окей? Во имя, блядь, Иисуса, потерпите всего секунду. Я буду отсчитывать от 3 и до 1, и ты нажмешь на рычаг, окей? Окей! Хорошо, но прежде чем мы это сделаем, я хочу сказать вам об этом пульте. Их целых два варианта. Да, это пульт дистанционного управления антенной. Весь наш план состоит в том, чтобы отключить ту антенну, чтобы предотвратить создание Iron, блядь. Поэтому, когда мы доберемся туда, шаг 1 будет... Один! Мама мия, поехали! Нет! Что за хуйня? Марчелло, возьми пульт! Возьми пульт! Вот дерьмо! Не то место! Нет, подожди! Черт! Где мы? Марчелло! Вытащи нахуй нас отсюда! Сейчас же! Какого хуя это было? Какого хуя ты это сделал? Нажал на рычаг! Я, блядь, даже не успел начать обратный отчет! Ты сказал нажимать на один, я нажал на один! Что ты хочешь от меня? Да, но после обратного отчета я просто случайно упоминаю цифру 1! Английский не мой родной язык, ублюдок! Хорошо. Ладно, забудь о ебаном пульте. Черт побери. Погнали. У антенны есть три кабеля, которые подключены к его источнику питания. Подставки Apple. Ладно, кто-то должен подняться там и вручную вытащить эти кабели, чтобы отключить антенну. Ладно, мы можем это сделать. Это небольшая проблема. Сейчас я начну обратный отсчет, и ты начнешь, окей? Окей, 3, 2, 1. Это день! И это правильное место, когда ты был создан! День превратился в ночь! Боже, мы пришли вовремя, наш план сработал! Мама мия, что я тебе говорил? Ладно, выбираемся из этого говноящика. Давайте сделаем то, зачем мы пришли, парни. Ладно, таков план. Марчелло, ты заходишь за тот переулок и охраняешь периметр. Игорь, ты забирайся по этим лианам и отсоедини антенну от ее источника питания. Давайте просто начнем так и встретимся здесь после того, как мы закончим. Я пока собираюсь. Так, я правильно, да?
Просто проверю, что все правильно. Ладно, я просто пойду прогуляюсь вокруг, посмотреть, в чем дело. Я думаю, кажется, все в порядке. Подожди. Погодите. Где все оружие? Они должны были быть... Там должно было быть оружие. Погодите минутку. О нет. Там должно было быть... Здесь даже 28-го. Это следующий день! Игорь, берегись! Сверху! Ты ублюдок! Игорь, ты в порядке? В порядке! Иди помоги Марчелло, иди! Хорошо! Марчелло! Мамма мия! Оно коснулось моего ноги! Игорь! Нет! Нет! Ах ты, блядь! Нет! Нет, нет, нет! Прекрати! Нет! Нет! Марчелло! Убей его! Нет! 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 Игорь, вставай. Я помогу. Выпей это. Марчелло?